Всех приветствую. У меня есть вот такая вот игровая консоль PlayStation 5 второй ревизии. И в этом ролике я хотел бы вам показать, как можно за небольшие деньги, можно сказать так, бюджетно преобразить внешний вид этой консоли. Белый цвет мне уже приелся. Вот и хотел бы немножко изменить ее расцветку в более такие красочные тона. Вот и для этого я заказал с интернета, с AliExpress, вот такие вот панели. Называется она Faceplate Digital Spider. Поставляется вот в такой красочной коробке, достаточно качественной. То есть, в принципе, даже подойдет в качестве подарка, да, для владельца PlayStation 5. Если у вас, допустим, есть родственники или друзья, то спокойно можно это дело подарить. Так, давайте откроем. Посмотрим, что там у нас внутри. Так, внутри идет вот такая вот инструкция, где показано, как все это дело меняется пошагово. Все нарисовано. Далее идет вот такая вот, не знаю, металлическая, да, сетка. Да, для того, чтобы пыль не попадала внутрь. И вот сами панели. Панели идут пупырки, для того, чтобы они не повредились по дороге. И это хорошо. А между ними, соответственно, вот так вот. Такая мягкая вставка. Так, ну давайте вытащим, посмотрим, как все это дело выглядит. Выбирал я в расцветке Спайдермена. Вот таким вот образом выглядит. Так, мы сразу видим отличие между стоковой и вот этой панелью. Да? Видим, что здесь есть такая вставка для вентиляции, для того, чтобы больше воздуха сходило и консоль лучше охлаждалась. Вот. А по остальному, в принципе, очень даже такой качественный толстый пластик. Рисунок, смотрите, четкий, не расплывчатый. И это не наклейка, а вот именно рисунок такой. То есть это очень даже хорошо. Соответственно, он у вас не обдерется, не отклеится. Это большой плюс. Дальше. Второй панели мы также видим вентиляционное отверстие, для того, чтобы воздух заходил и лучше охлаждал вашу консоль. И здесь также такой вот нарисованный, получается, у нас паук. Это у нас не наклейка, а именно принт такой. Ну и в целом такая панель, знаете, очень качественно выполнена. Имеет такую шероховатую поверхность. Вполне себе качественно сделано. Ну, здесь у нас, соответственно, крепление. И указано Б. И здесь у нас буква. Здесь буквы нет. Здесь у нас буквы нет. Ну, давайте теперь оденем, поменяем. И посмотрим, как же это будет выглядеть все на консоли. Так, теперь будем менять панели консоли. Для этого подкладываем что-нибудь такое мягкое, чтобы панель не поцарапать. И делаем это следующим образом. Подгибаем вот этот уголок, где указан PlayStation, значок PlayStation. Подгибаем и оттягиваем вниз. Все, панель слилась. И то же самое теперь делаем с другой стороны. Отгибаем уголок и тянем вниз. Все, панели у нас снялись. Так, теперь нужно наклеить вот эту вот защитную сетку на внутреннюю часть панели. Делается вот таким вот образом. Ставим сюда. И вот таким образом все это проклеиваем. Все, сетка установлена. И теперь можно ставить саму панель. Делается это легко, ставим в пазы и просто проталкиваем вверх. Все, защелкнулось. И ставим следующую панель. Здесь я уже сетку приклеил. Так. Все. Все, сел. И смотрите теперь, как классно выглядит эта консоль. Вот теперь такая, знаете, как будто лимитированная версия. Вот такой марвелский стиль. Стиль Человека-паука. Ну, блин, реально классно выглядит, да? Выглядит очень классно. Я считаю, что это отличный вариант для того, чтобы преобразить свою консоль. Вот. И выглядит она будет уже намного стильнее, чем в обычных панелях. Ну и плюс, смотрите, тут у нас, получается, есть дополнительный обдув. Сюда воздух заходит, отсюда выдувается. Это лучшая вентиляция, лучшее охлаждение. Поэтому вполне это дело могу рекомендовать.
если понравилось. Там, кстати, у продавца есть еще другие варианты. Вот есть варианты с CD, да, CD-ROM. Все это дело, пожалуйста, можете заказать. Ссылка, как обычно, будет в описании к этому ролику. Вот, если этот вам ролик был полезен, интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот, ну а свое видение, как выглядит эта консоль теперь, стала ли она лучше, можете написать в комментариях. Ну, я вам желаю всем хорошего настроения, все, всем пока.